пионер советской фотографии и графического дизайна. 22 марта в галерее творческого пространства «Полигон» откроется выставка фотографа-авангардиста Александра Родченко. Там будут представлены фотографии и видео из коллекции Московского мультимедиа-арт-музея. Гений отечественной фотографии всегда показывал вещи и процессы со всех сторон, замечая мельчайшие детали, не забывал и о людях. На его фотографиях, чему бы они ни были посвящены, типографиям, заводам, транспорту, промышленности, за всем этим всегда стоял работающий на производстве человек.